Парфянское царство. Территория 2050 год до нашей эры. А это уже территория в 2020 году нашей эры. Вот Вавилон. Вот столица Нисса. Вот современные города Герат и Кандагар в Афганистане. Армения, Каспийское море, Черное море. Римская империя доходит до Армении, Месопотамии, фактически до Парфянского царства. Персидский залив, Аравийское море. Территория Парфянского царства. Поищем на современной карте город Эктабана. Он находится вот примерно на этой линии от прямого края Персидского залива и вот здесь какое-то озеро. Вот на этой линии, примерно посередине, чуть правее. Вот на этой линии, вот это озеро, чуть правее. Смотрим. Хамадан. Название похоже. Похоже на Эктабана. О, вот город. По его строению видно, что этот город был построен давно. Радиальная планировка. Был построен по единому плану. Кто-то его сразу спланировал. И был построен человеком, который разбирался в искусстве градостроения. Да, вероятно, это бывшая Эктабана. Посмотрим его поближе. Вот современный город Хамадан. Какой еще город можно посмотреть? Ну, вот, например, Герат. Вот Герат. Вавилон на продолжении вот этой линии Персидского залива. Ищем Бабил. Вероятно, он.
Вот наш Бабил. Ниса. Вот примерно на этой линии края Каспийского моря, на таком же расстоянии, как ширина самого моря, ищем Нису. Ну, здесь город Ашхабад. Ниса. В 18 километрах от города Ашхабада, на окраине села Багир, расположены развалины древнего города Ниса. Старая Ниса. Земляной вал. А это камни. Вот все, что осталось от столицы древней парфянской крепости. И новая Ниса. Сейчас здесь аэропорт. И, соответственно, ангары. Еще раз к старой Нисе. Парфянское царство. Вот сюда из Рима, Италия, доходили римские легионы. Марк Лициний Крас здесь потерпел свое величайшее поражение и лишился жизни в войне с Парфянским царством. Где-то здесь.